Здравствуйте, друзья! Вы на канале «В гостях у Аннушки». Сегодня я готовлю воздушные баурсаки с кунжутными семечками. В миску я всыпаю 5 грамм сухих дрожжей или полную чайную ложку, 2 чайные ложки сахара и вливаю 200 миллилитров теплого молока. Молоко обязательно должно быть теплым, но ни в коем случае не горячим, иначе вы испортите дрожжи. Температуру можно проверить, ориентируясь по тактильным ощущениям. Опустите палец в молоко, если вам приятно тепло, не горячо, можно вливать молоко в дрожжи. Также в молоко добавляю пол чайной ложки соли, все хорошо перемешиваю, дрожжи, сахар, соль должны полностью раствориться. И только потом я начинаю добавлять муку. Муку я предварительно просеяла, муки уходит примерно 330 грамм. Я всыпаю практически всю муку сразу и делаю тесто. Как получилось тесто собрать вот такой вот комок, я посыпаю еще немного мукой и продолжаю вымешивать на столе. Тесто должно получиться мягким и немного липким. Оставляю тесто на минут 30-40 при комнатной температуре для того, чтобы оно поднялось. Теперь тесто обминаю, переношу на стол посыпанной мукой и буду делить на части. Тесто я буду делить на 10 частей, вес каждого кусочка примерно 50-60 грамм. Теперь из теста делаю вот такую вот маленькую лепешку. Сверху смажу ее молоком для того, чтобы кунжутные семечки хорошо прилипли. Стол немного посыплю мукой, чтобы тесто не прилипало, и раскатываю лепешку. Если лепешка сверху также липнет, тоже посыпаю мукой. Готовым лепешкам лучше дать отдохнуть примерно минут 15, при этом накрыть их полотенцем или пленкой. Лепешки сразу можно разделить на 2 или на 4 части. Когда тесто отдохнуло, можно начинать обжаривать. В раскаленное масло опускают тесто семенами кверху. Баурсаки жарятся очень быстро, на среднем огне, до румяного цвета с двух сторон. Баурсаки вот так вот надуваются, как шарики, внутри получается пустота, которую можно наполнить чем-нибудь вкусным. Мне очень нравятся такие баурсаки просто со сметаной или с вареньем. Как вы уже увидели сами, сложного ничего нет, и в итоге мы получаем вот такие вот вкусные, ароматные и воздушные баурсаки. Друзья, пробуйте, готовьте, надеюсь, вам все понравилось. Не забывайте подписываться на мой канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Желаю всем приятного аппетита, хорошего настроения. Пока-пока!